Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз тоже связанная с фото-видеооборудованием. А более конкретно пришел S-образный риг, так называемый стабилизатор ручной, для того, чтобы устанавливать камеры на нем. Ну и в последующем при помощи ручки осуществлять те или иные проводки, видеосъемку при помощи стандартных камер. Помимо фотокамер можно использовать и видеокамеры, стандартные камкомперы, ну а также использовать смартфоны при помощи специализированных закрепляющих устройств, которые представлены слева у нас, ну а справа представлена камера. Данное оборудование пришло у нас, как обычно, из Китая. Шло это все где-то приблизительно 3 недели, ну, что достаточно быстро, тем более в нынешних условиях. Ну и пришло это вот все в таком состоянии. Как таковой коробки не было, единственное, что было, вот такой вот стандартный пакетик, в котором и находится это S-образный риг-стабилизатор ручной. Да, снаружи была, как обычно, желтая упаковка, обозначающая посылок из Китая. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте смотреть, что находится внутри. Вот такая вот упаковка, еще раз повторяю. Здесь пришло без стандартной упаковки. Так, ну, здесь стандартный скотч. Причем отличие этого S-образного рига от стандартных, который достаточно занимает большое количество места, в этом случае у нас риг раскладной, вот такого плана. Причем размеры здесь следующие, это 145, где-то здесь 145, а здесь 110, и сама ручка. Ну, сделано все из пластика, я не знаю, промышленным ли способом, есть такая вероятность, что может быть даже 3D принтером сделали, вот такой вот. Так, и вот у нас есть инструкция по эксплуатации на нескольких языках. Русского нету. Ну, стандартные языки это у нас немецкий, вернее. Стандартные языки у нас это вот китайский, английский, есть немецкий, есть французский вроде как, и есть даже японский. И вот что себя представляет эта инструкция. По сути, на одном листочке все это у нас отображается, вся информация. Ну и вот в английской части, вот здесь можно увидеть и наблюдать, что необходимо сделать, чтобы данное устройство заработало. Вот такая вот инструкция. И вот сам риг. Ну, сделан он достаточно качественно. Как говорил, может быть даже на 3D принтере все это дело выполнено, ну, либо промышленным способом. Хотя вроде как промышленным. Есть здесь вот отверстие той и другой стороны, 1/4 дюйма, чтобы закрепить вспомогательное оборудование, там свет, звук, ну или еще какое-то другое оборудование, смотрите, которое вам понадобится. И есть стандартное закрепляющее устройство, тоже 1/4, и здесь тоже отверстие 1/4 резьба. Можно закрепить на любую длину, какую вам удобно, для того, чтобы осуществлять съемку при помощи этого рига. Но ввиду того, что режим здесь пластиковый, то, соответственно, оборудование должно быть не столь тяжелым. Ну, там максимум до 2 кг, то есть вот этот тут около килограмма. Мы на нем посмотрим, как это все дело осуществляется. И вот здесь вот есть ключик для того, чтобы в случае, если у вас что-то разболталось, подтянуть. Это возможно сделать. Причем ключик никуда не потеряете. Здесь он надежно фиксируется. Удачно и хорошо. Да, вот здесь вот, кстати, вот есть один минус. То, что его, имеется в виду винт, этот достать нельзя. Здесь вот проклеена резина, чтобы доставать. Так, и как таковой резьбы внутри нету. Что не есть хорошо. Потому что иногда бывают такие случаи, что длина винта может быть превышать, например, отверстие крепления фотокамеры. И тогда придется придумать какие-то дополнительные вещи, ну, либо здесь сделать резьбу, что забыл китайский производитель, а это важно. Кстати, вот давайте проверим, закрепим стандартное крепление для смартфона. То есть здесь два варианта, можно вот в таком варианте, наиболее подходящий момент.
закрепили, свой смартфон установили его и в дальнейшем осуществляете проводку. Что вам необходимо подснять, в каком виде, ну и соответственно с долей стабилизации. Это не трехосевой стабилизатор, а ручной, но все же иногда помогает вам сделать плавность движения. То есть вот такая у нас штучка пришла. И давайте сейчас проверим, как это все располагается на этом S-Rig стабилизаторе. Как камера, так и смартфон. Давайте посмотрим, может быть даже что-то соснимем при помощи смартфона. Камеры вряд ли, но при помощи смартфона 100%. Итак, давайте собирать и смотреть. Приступаем. Итак, я вам продемонстрировал RIG S-образный, так называемый стабилизатор, маркировка его HC-1, имя производителя вы увидели в названии ролика, который позволяет осуществлять плавные проводки при помощи руки, ну и тем самым стабилизируя в ручном режиме ваше видео. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию, выбор только за вами.
Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.